Чисто Ходорковская лебедь продолжается. Это проходит у конституционного суда Российской Федерации. В самом центре Петербурга. Тут Нева. Где-то проходит достаточно спокойно. Более-менее все нормально. Милиция не мешает. Мешает только огромное количество уборочной техники, тракторы, грузовики, экскаваторы, которые постоянно ездят и постоянно мешают. А так, Ваня, так сейчас надо как-то более... Фиксирующие меняют один другого. Приезжающие машины приветствуют протестующих, приветствуют, поддерживают Ходорковского, сигналят. Пушки Петропавловской крепости тоже приветствуют Ходорковского, 12:00. Вот. Сигналят, поддерживают. Летчиков немного, человек 10. Просто обычные люди. Организации ОГС, Солидарность, Яблоко. Оппозиционные демократические организации Петербурга.
Небольшая пауза.